Привет всем! Я вам сегодня расскажу о такой очень уловистой насадке, эффективной, как сало в чесноке. Итак, как же его приготовить? Берем обычный кусочек сала, чтобы он был не копченый, и нарезаем его кубиками, сантиметр на сантиметр где-то, такие кубики. И в это сало добавляем чеснок. Вот так вот ложим эти кубики в такую мисочку, там, тарелочку. И я уже добавил туда чеснок, выдавил такие дольки чеснока. Добавляем и вот так перемешиваем. Перемешиваем и оставляем это сало на ночь в этом чесноке. В баночке или в этой же тарелочке на ночь, и получается сало пропитывается чесноком. И вот утром на рыбалочку мы собираемся и вылаживаем эти кубики в банку какую-нибудь, и уже на рыбалке одеваем на крючок. Вот так на крючке выглядит. Такая насадка очень хороша для использования на ставках, речках, озерах. Очень ловится насадка. Используют ее для белой рыбы. Карась, карп, лещ очень хорошо отзываются. Особенно в такую летнюю жару, когда рыба предпочитает такие резкие запахи. Именно вот такая насадка сала в чесноке поможет вам достичь долгожелаемой большой рыбы. Вроде бы все рассказал. Насадка очень простая. Ни хвоста вам, ни чешуи. Удачи всем!